Международный хоровой фестиваль в Будапеште считается одним из самых незаурядных мероприятий. Главная идея фестиваля – собрать в Будапеште лучшие хоровые коллективы со всего мира. Принять участие в престижном музыкальном событии смогли только 12 коллективов со всего мира. Венгерская публика приняла на бис это выступление. Выступление камерного хора из Астаны стало одним из самых впечатляющих событий международного фестиваля. Смотрите в специальном репортаже в субботу вечером на телеканале «Белимжане Мединиет».